Этот самец приближается к улью. Защищая свой дом, пчелы жалят, и большинство животных это знают, в том числе и этот парень. Но ему все равно. Он хочет добыть личинок рабочих пчел. В конце концов, он же медоед. Пчелы жалят его снова и снова. Как он это выдерживает? У него настолько толстая кожа, что защищает его как броня, а также у него имеются створки, которые закрывают уши во время атаки. Но самое мощное